добрый день. Здравствуйте. Лежи уже, лежи. Хотя, я тут только что говорил, лежать не надо. Ходить надо, хотя бы по палате. Тихонько приседать, ходить. Нас вытащили с того света. Хороший коллектив. Девочки молодые, специалисты, просто специалисты. Вен, уже ж по воздуху. Можно я вот тебе присяду? Пока министр не видит. Ну, лежи, лежи. Я ложиться не буду. Слышу, вот лежим у палате, говорим, за что нам такая честь самого Александра Григорьевича? Какая честь, заболели, вот честь. Ну, вытащили нас оттуда. Скорые работают хорошо. Прямо одной секундой приезжают, одна за одной, и схватили на носилках, я тут попомнилась. Я старшая акушерка наша Оршанского роддома. Я за Беларусь, за нашу, за здравоохранение полностью. Ладно, не буду вам мешать. Выздоравливайте. Александр Григорьевич, здоровья вам. Сохраните нам Беларусь, и мы за вас. Если надо будет принимать роды, придешь, хоть покажешь как. На любую должность, на любой вопрос. Договорились. Спасибо, пошли. Александр Григорьевич. Как мы вас увидели настоящего, я не видел. Живой я. Живой, да. А то некоторые пишут, что двойник приходит. Да, ну, никогда не было. Нас пенсионировать не возьмешь. Я знаю. Спасибо. Выздоравливайте. Спасибо большое, Александр Григорьевич.